Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Так, что-то тут у меня птица в окно залетела, блин. Так, ну ладно, сейчас свалит. Продолжаем с вами играть, проходить, точнее, на карте гоблинов карты. У нас осталось 3 штуки. Последнюю мы смогли пройти на 2 звезды. И не будем сейчас перепроходить, будем дальше идти, пока не дойдем до этого главного орла. А потом, естественно, уже буду, наверное, записывать ролики уже на прохождение полностью на 3 звезды. Так, у нас начался уже второй день. Второй день начался. Не буду показывать, на каком месте находимся, но, короче говоря, почти в самом низу. Так, что тут у нас? Короче, ничего не ищется. То есть уже почти 6 часов искал одного противника, так и не нашел. В итоге плюнул и решил сейчас лучше пройти эту широкий проспект. Так, что здесь у нас? 2 орла, 8 инферн, 4 пердушки, они все стоят как раз в разные стороны, чтобы типа... Ну мы, наверное, пойдем с вами... А тут, в принципе, разницы нет, с какой стороны. Тут еще стоит КК, из которого тоже, наверное, что-то вылезти может. Поэтому мы с вами сейчас попробуем. Блин, у меня шаров тут нету, черт побери. Так, ну ладно, попробуем. Как-нибудь попробуем. Ну, вроде ловушек нету. Точно, там КК есть. Вот это прикол. Ну, на 2 звезды сделали, и слава богу, как говорится. Так, сейчас я думаю, только как бы добить процент еще какой-нибудь. Или не стоит, смысла нету, наверное. А сколько по добыче, в принципе, по добыче нормально. Ну, можно было бы, конечно, еще. Ну ладно, не будем, короче говоря, просто 2 звезды сделали и хватит. Ай, блин, вот я балда. Это стоп, все. Отлично, самое главное, нефть забрали. Блин, я вообще не знал, что из КК что-то вылезет. Так, ну что у нас можно сказать? В принципе, как и говорили, последние 4 самые сложные. И у нас следующий осажденный идет, и потом логово дракона. Опять же, пройдем их, и потом тогда уже буду, опять же, перепроходить. Так, все, сейчас сварится и начнем дальше. Играть и проходить карту гоблинов. У нас на очереди осажденные. Земля ловушек, широкий проспект мы взяли на 2 звезды. Но будем переигрывать, естественно, добивать до 3. Но это уже будет в следующих роликах. Именно перебивка будет называться, наверное. Или как-то, перепрохождение. Добивание до 3. А сейчас у нас осажденные. Так, здесь у нас 4 орла последнего уровня. И 4 инферно на одиночном режиме, и 8 воздушных оборон, и в принципе все, по сути, что больше такого ничего крутого нету. Но арбалеты стоят, да, все стоят на землю. Так, давайте подумаем, откуда пойти лучше. Наверное, тут в принципе разницы большой нету, откуда идти, но давайте, наверное, отсюда пойдем. Так, сейчас пробьем сначала. Так, нет, наверное, отсюда пойдем, да, отсюда, и как раз они полетят по бокам, получается. Ну или так, блин, не знаю, откуда пойти. Ладно, давайте. Блин, вот так вот. Кажется, мы не пройдем. Блин, вообще все не так пошли, как хотелось. Вот здесь. Обалдеть. Естественно, мы сейчас... Блин. Так, итого у нас получилось опять на 2 звезды. В принципе, всю нефть забрали. Мы дошли до первого, до логова этого, логова драконов. И, видимо, опять будет 2 звезды, не знаю, посмотрим. Но пока сейчас закончим, когда сварится, попробуем. Итак, дорогие друзья, мы с вами добрались до последней финальной карты гоблинов. И сейчас мы будем ее тестировать, да. Зная то, что, возможно, не получится пройти ее с первого раза, хочу хотя бы ее пройти до 2 звезд. 3 даже не мечтая, но 2 было бы хорошо.
Значит, вот она, последняя. И, в принципе, вот эти, которые земля ловушек, широкий проспект, осажденные. Если вы знаете, как ее пройти или уже прошли на 3 звезды, напишите в комментариях, и я в следующем ролике, когда буду проходить их заново, обязательно вас упомяну и добавлю, короче, этот, как его, видео ваш именно комментарий, чтобы все его видели, как бы, и тоже пробовали с помощью вашего совета пройти на 3 звезды. Так, ну а теперь, конечно, давайте начнем уже это логово дракона. 2,5 миллиона дают золота эликсира и 25 тысяч нефти. Очень круто, да. Опять же, сейчас посмотрим, что у меня там за армия, значит. У меня 8 шаров и 8 драконов. 4 ярости, 3 мороза. И давайте попробуем, но не знаю, как это получится у нас. Как она состоит, да, из роликов, которые на YouTube я смотрел. Вот эту карту я, естественно, смотрел, да. Ее было сложно не посмотреть. Не знаю, если выпустить, допустим, сейчас драконы с этой стороны, откуда-нибудь, где вот орел, где домик стоит, и инферно, да? Дракон сразу вылетит, или он будет вылетать только если напасть с какой-то стороны около него? Если... Ну, давайте не будем томиться, короче говоря, сейчас посмотрим. Если получится, значит получится, не получится, ну, не получится. Просто я помню, какого он большого размера. Так, у нас что здесь, 2 орла? Так, ну, давайте, да, отсюда пойдем. Так, пойдем, и, наверное, как пойти-то, даже не знаю, блин. Ну, наверное, вот так вот. Сейчас мы замораживаем сразу этот все три инферно. Кидаем сюда шары с яростью. Наверное, сразу вот так вот сделаем. Вот так вот. Вот так вот. Так, это мы сделали. Теперь нам остается, в принципе, по сути, ну, уничтожить вот эту еще часть. Сейчас, думаю, так же сделаем здесь. Шарами. Выпустим шары сразу. Так, сейчас вот так вот, допустим. Вот так вот. Вот так вот. Так, мы, в принципе, все раздолбали. У нас осталось... Ну, почти все раздолбали. Сейчас вот тут надо самое главное не просрать. Блин, ну там большой дракон, я помню, он сейчас вылезет как раз. Вот он, здоровый дракон. Так, ну а теперь надо что-то сделать с ним, да? У нас осталось 3 ярости, 1 мороз и хранитель. Каем. Все, мы это сделали. Оказалось, не так уж трудно. Блин, рано пустил, как мне кажется. Ну что, господа, мы это сделали. И прошли, в принципе, ну я бы не сказал, что было тяжело. Довольно просто оказалось. С чем я могу поздравить вас и себя лично. Потому что, блин, ну что, классно, что мы это сделали, я не ожидал на самом деле. Я думал, мы сейчас, короче, просрём один раз, потом второй раз, третий раз, придётся перепроходить ее по 50 раз. А в итоге за один раз все-таки так сказать, с помощью, конечно, того, что мы сразу напали не с орла, а с другой стороны, мы сделали все красиво и эпично, да. Прошли мы, короче, получается, все карты гоблинов. Теперь я думаю, что вам сказать-то. Ну, в принципе, давайте тогда, если вы знаете, как, точнее, как проходить эти три, три, чтобы на 3 звезды получилось, земля ловушек, широкий проспект и осажденные, пишите в комментариях, я обязательно в следующем ролике добавлю ваш комментарий, как и говорил, наверное, даже, может, в середину ролика. Ой, блин, ну, короче, даже не знаю, что сказать, круто, ё-моё, что прошли, да. Теперь нам надо будет дальше проходить очень много заданий, которые надо пройти, ну, блин, просто нет возможности пройти, честно говоря, ну, не знаю, вот в этой легендарной лиге поиск настолько долгий, что, ну, блин, я ничего не могу пройти, я даже звездный бонус не могу собрать. Ну, блин, это я прошел больше костей, страшно, бесстрашно, вообще не могу, никто не находится. Но, насчет этого отдельный будет ролик, будем проходить, естественно, пытаться. А насчет вот, также потом завтра сделаю еще ролик на военную лигу опять. И, опять же, будем перепроходить эти три, чтобы до 3 разбить, чтобы было все красиво. Все, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал, и до новых встреч, пока-пока.